Всем приветики! Рад приветствовать вас на канале Рулик. Меня зовут Руслан. И сегодня у нас будет на обзорчике обновленный шикарный модик, тюнинг для грузовичков заказов агентств. Ребятки, класс! В чем соль этого мода? В том, что нифига не надо ни качать, никакие модификации устанавливать. Просто скачали этот модик, и у вас в заказах агентств все грузовички уже идут с тюнингом. Разве это не жесть? Это классяра. Гениально. Это классяра. Я, в принципе, вот никогда на Ивеко особо не мотался. А это вот посмотрел Ивеко в тюнинге. Довольно-таки сносный, прикольный тюнинг. Почему бы не взять и не покатать? Плюс ко всему, в заказах агентств вы можете себе выбрать любой груз, который вам по душе, и летать. Вот сейчас посмотрим, что тут. Так, тут серединочки, ну такое. Вот так, минимальный такой тюнинг. Ну тоже довольно-таки неплохо. И самое прикольное, что вот наши анимированные руки, они только работают, естественно, на стандарте. И плюс их появилось уже не один мод. И руки в перчатках, и руки в свитере, и руки без тату. Так что прикольно. Вот с этим модиком мы можем здесь кататься и наслаждаться. И наслаждаться игрушкой. Вот смотрите. Ну, прикольная ивэка. Класс. Классяра. Это только ивэка. Охуенно. Там еще куча всяких, ну, наших стандартных грузовичков в тюнинге. Бомбезно. Сейчас мы посмотрим, как этот модик выглядит именно в заказах агентств. Вот, ребятки, вот так оно все выглядит вот в заказах агентств. Вот, смотрите, вот вольвашка. Ну, вся в тюнинге, Скания. Что у нас тут? Опять вольвашка идет. Давчик, Реношка, плюс всевозможные грузы. Бомбезно. Я называю, в принципе, этот мод для ленивых. Так что шикарно. Это все дело находится, как всегда, у нас на нашем доблестном сайте ST Mods. Сейчас мы глянем, почиткаем, посмотрим, что там как пишут. Так, вот мы на нашем доблестном сайте. Ссылочка, как всегда, на модик будет в описании под видео. И вот что они нам тут предлагают. Новая версия мода, которая добавляет тюнингованные грузовики в заказы агентств. Мод представляет возможность ездить на разных машинах с разными скинами и аксессуарами. Ну, красава, сила, ребятки. Так, каждому грузовику существует свой ассортимент различных аксессуаров. Общее количество скинов составляет 58 единиц. Класс! Посмотрите, почиткаете, тем более вес этого мода 1,1 мегабайт. Панты для приезжих. Так что, ребятки, вот такой у нас модик, вот такой у нас небольшой обзорчик нужного и полезного модика для нашей любимой игрушки. Вот такие, ребятки, делишки у нас. Было интересно, было полезно. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал Рулик. Ну а я, в свою очередь, естественно, буду для вас искать что-то такое эдкое, интересное. И встретимся уже в следующих обзорчиках. Всем пока-пока и до новых обзорчиков.